Всех приветствую, продолжаю просматривать работы мастеров, художников и скульпторов Ясида Юкихико, Ван Джуадзю. 1647 год, бумага, краски, панно, 88/55. Великая красавица Китая, изображена Ясида Юкихико, царственной, но словно чем-то обиженной. Согласно легенде, именно ее грустная музицирование заставило стая гусей забыться и перестать махать крыльями. Судьба девушки не была безоблачной. Император выбирал наложниц по всей стране по их портретам, а Джуадзюнь отказалась давать взятку придворному художнику, поэтому оказалась нарисована весьма заурядной. Правитель не обратил на нее внимания. Когда предводитель кочевых племен, часто воевавших с Китаем, в знак заключения мира, попросил разрешения породниться с императором, последний не хотел отдавать варвару в жены принцессу и приказал подобрать ему самую неказистую девушку, Ван Джуадзюнь. По другой версии, она сама согласилась уехать на север. Лишь увидев красавицу, правитель пожалел о своем решении. Но было поздно, история на этом не завершилась. Она убедила своего супруга сохранить мир с Китаем. Он продлился больше полувека и распространяла китайскую культуру на территории Сюнну. Вот такое описание к работе Ясида Юкихико, Ван Джуадзюнь, 1647 год, бумага, краски, панно. Я нашел в интернете текст по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания.